Для детального осмотра выставки общей площадью около 25 тысяч квадратных саженей требовалось не менее недели. Количество посетителей составило примерно 1 миллион человек. В организации этой выставки принимали участие известные предприниматели. Морозов был председателем ярмарочного комитета, Мамонтов заведовал одним из павильонов. Участниками выставки были отечественные предприниматели. И прежде всего подчеркивалось российское происхождение представленных товаров. Успех выставки обеспечивался целой системой мер, предпринятых русским правительством для стимулирования экономического развития страны. Решение о проведении всероссийской выставки в Нижнем Новгороде появилось не случайно. Снижение оборотов Нижегородской ярмарки, которая проводилась ежегодно, вызывало серьезную озабоченность русского правительства. С не меньшей тревогой воспринималось и постепенное вытеснение отечественных хлебопроизводителей с традиционных европейских рынков. В то же время Нижний Новгород оставался хлебной столицей России, крупным торговым центром. Назрела необходимость организации специальных мероприятий, которые не только могли бы возродить интерес к русскому хлебу за границей, но и способствовали бы появлению новых товаров, внедрению новых технологий, освоению новых рынков.